Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и мы создаем нашего очередного легендарного гибрида. Это, по-моему, последний, кого я могу создать, но надо покопаться, наверное, кого-то прокачаем и тоже сможем еще создать. Это дилоранозавр. Легендарный, понятно, создается он из дилофазавров, судя по голове, да, и уранозавр, по-моему, второй, судя по гребню. Давайте сейчас это волшебной кнопкой. Кстати, это должно позволить мне перейти на 13-й левел. Да, да, ребятки, мы перешли на 13-й левел. Юху-ху. 23 мы можем ловить за один раз. Так, нам предлагают что? Редкий набор за 2 бакса. Ну, хотя, не-не-не-не-не. Фигня. Не надо нам такое, ну да. То есть я правильно сказал, редкий дилофазавр и эпический ураник. Ну, ураник сам по себе тоже довольно хорош. Ну, это прикольно. Как вам, ребятки, нравится такой динос? А у тебя есть этот? Ну, давай, да... О! Ну, конечно, что это за... Дилос, короче, если у него нет вот этого капюшона. Еще? Давай! А, прикольный. Классно. И прячется, как будто бы у него там жабры. Ну, давайте смотреть, что он из себя представляет. Дилорахейрус. Ничего себе, ребята. Вот это, короче, да. Давайте сейчас перейдем к нему. Нужен 20-й. Это дилоранозавр 20-й. Жесть просто какая-то. И 20-й. Это обычный дейнохейр. Вот. Куда, я думаю, надо. Короче, надо их потихоньку тоже подлавливать. Ну, 20-й левел, вы же сами понимаете, это нереально. Ну, короче, вот так возвращаемся обратно. Так, 16-й левел, ну, как раз. Это средний уровень моих динозавров. 2600 на 600, ну, удар такой себе. Скорость хорошая. Ха. Хорошая скорость, неплохо так жизни. И, конечно же, он будет у нас раптороподобный, да, у него есть очищение себя и снижает скорость целик, это круто. Отвлекающий маневр и снижение урона, то есть 1,5 урона, не 2, как у раптора, да. И снижение урона. Хорошо, есть паралич, это как у уранозавра, и подмена. Очень даже хороший, двойной урон с параличом, ну, с задержкой 1, задержкой вообще шикарный. Необычная расцветка воротника дилоранозавра и большой парус придают животному угрожающий вид, что отпугивает врагов. Вообще так крутецкий динос, ну так вот как бы сходу. Самый шустрый хищник, скажем так, у него очень сильные удары, есть паралич, как бы, ну... Рапторы — это отдельная тема, там главная скорость. Здесь, конечно, он уступает. Не 128, не 129, не 130 и даже не 131. Но среди других хищников он шикарен. Так. Так, а клеток-то у меня, вот видите, маловато. Редких дилосов ловить надо. Но я их просто пропускаю. Их на карте-то довольно много. Так. Вот дейнохейр стоит обычный. Таниколагреус. Вот это вот что? Это обычный. А нужен редкий. Трицератопс. Это тоже обычный. Да, мне обычных много. Редких тогда не так уж много. Ну вот этих зато просто хоть жопой жуй. Уже тут сходу две штуки вам показал. Ну и таниколагреусов тоже самое, очень много. Ну ладно. В общем-то, тогда давайте включаем его команду, и сейчас мы будем его тестировать. И в хвост, и в гриву, так сказать. Так. Кого выключим? Ну, давайте. Давайте тебя выключим. Включим вот тебя. Так. Какая была скорость? 128, наверное, да? У этого. 126, точно такая же скорость, отлично.
Ну, здесь паралич, но с одинарным уроном. То есть он получается круче. Но сейчас мы это узнаем, ребята. Я тут прошел два боя, чтобы немножко укоротить наше путешествие. Ну и давайте. Отлично. Только что прочитал комментарии, мне там посоветовали, как правильнее сражаться мегалозухом. Так, даже сейчас скажу, кто это сделал. Где же это написано? Так, Даниил Лобацкий мне давал совет. Ну, возьмем на вооружение. Так. Так, против Алыча. Против Алыча как раз у нас есть понижающий ударчик. Так, второй удар лучше от него не получать. Кстати, вот появилось... Почему я опять на широком экране? Потому что начали помещаться уже сюда удары. На два хода всего лишь. Всего лишь на два хода. Так, ну блин, а... Ладно, давайте примем на себя урон. Просто хочу на следующего противника оставить. У нас здесь все бои по три противника. То есть это у нас серия будет довольно длинная. Блин, это его убивает. Тоже жалко использовать этот удар. Ладно, прибережем его до третьего противника, если мы доживем. Прыжок такой же, как у процератозавра. Так, ну этот же, блин, Мундазух конкретно так дымажит. У него там удар просто дикий. Так, снял нам почти все житло, но мы сейчас разберемся. У нас есть супер удар с параличом. А это Офиакадон, он, наверное, неуязвим. Иммунитет. Ну что ты будешь делать? Ладно. Бежим с поля боя, когда в следующем бое испытаем это все дело. Так, вот и мегалозух. Так, нужно использовать... Так, где у нас тот удар, который дает на 3 хода? Плюс 50% на 3 хода. Ну, то есть вот этот надо использовать первым, потому что он длится дольше. Но у нас немножко серика сегодня не об этом. Так, мы получаем свой приз. И таких у нас еще впереди парочка. 500 монеток. Тарбозаврики, горгозаврики. И все. Так, нужно... А почему мне добавились? У меня уже дневной лимит собран. Почему это мне монетки добавились? Так, ну ладно, помчались. У нас три мощных противника. Кстати, надо прочитать, что там нам пишут. Ну, против таких вот кусючих нужен кто? Нужно как раз вот именно снижение. Снижение урона, которое есть у раптороподобных динозавров. Так, тиранозавр. Рекс. Вот если бы у него еще был удар, который себя усиляет, это было бы вообще... Это был крит. Блин, просто хочется использовать этот паралич на ком-то, кто бы его пережил, чтобы паралич был. Да, тоже ребята писали в комментариях, что с брахиозавром, вот тем вот 30 уровня, можно было бороться просто этими всякими зухомимами, ну, короче, ирритаторами, у которого есть кровотечение. Бариониксами там у кого-то. И просто дать ему истечь кровью, так сказать. Ну,
Ну, неплохо. Ну, с критом очень мало на самом деле. Так, ну давай. Нужно пробить, троих пробить желательно. Да, и этот удар нам поможет. Вот, смотрим, 1800. Ну, сколько мы снимем? 1300. 1352. Есть оглушение. И добиваем. Ну, троих затащил. Притом, ну, не низкого уровня. Троих 10-11 уровня. Один дилоранозаврик пробил. Это приятно. Странно. Почему табличка лимита исчезла? Я перед записью видео тут бегал, собирал. А, я же на уровень. Я повысил уровень, и у меня лимит повысился. Либо, может, его заново могу собрать сегодня весь лимит. Проверим после серии. Так. Помчались. Так, против нас вот эти вот фикадоны всякие, да, которые имеют иммунитет зачастую. Так, Алыч. Ну, Алыч таким похвастаться не может. У нас житла побольше. Но у него тоже неплохо так. Так. Ну ладно, погибай. Будем максимально быстро сейчас разбираться. Мы уже проверили, как что выглядит. Так, вот на этого иммунитет. Ладно, давайте сейчас сделаем подмену и потом вернемся обратно. А может, и не вернемся. Так. Шанс критического удара. Ну да, сначала вот так, а потом это, добавить на эту штуку еще крита. И тогда вообще будет имбово. Ну, главное, чтобы он атаковал. Да, неплохо, 1382. Так, ну а теперь у него контратака по косарю. Ну, да, прекрасно. Так, еще два боя, ребятки. Тирекс Джен 2. Ну и насыпают нам именно тех, с кем мы и сражались. Правда, эпика немножко насыпали, это хорошо. Так, идем дальше. Давайте прочитаем. Так, ваши соперники — команда разных существ с высоким уроном. Противостоять им могут быстрые существа с высоким уроном и способностью типа насколько. Ну, все то же, что мы используем. Или вот такого вот еще. Моноцератопс мне тоже, в принципе, понравился. Давайте сейчас возьмем Птерча, что ли. Так, а ну-ка посмотрим, какие у него тут удары у нас. Какой бонус он получает, если на него подмениться. Ну, только непобедимость на один ход. Ну, будем использовать, значит, здесь подмену. Давай, дилоранозавр, ты специально создан для этих противников. Эх, 18 хелсов выжил. О, как раз мы подменились на того, кого надо. У нас непобедимость на один ход. Смотрите, какой он, блин, гигантский. Он просто жесть. Я вообще не представляю, каких это он размеров. Если он против тарбозавра выглядит вот так. Он шикарен. Ну, круто выглядит. Как я и говорил в первой серии, он наравне с, по крутости с Зухариптором.
Так, ну этот просто себя усилил. А мы на следующий ход что сделаем? Непобедимость, если у него нету, правда, удара пробивая. А у него удары как раз и есть пробивающие сквозь. Ой, чихнул, ребята. Ну, вы поняли по звону в ушах, что это был мой чих. Так, нейтрализуем этого парнишку. Эх, 4 холста, но опять. Что за незадача? Но он пробьет. Так, ну мы возвращаемся опять туда, куда нам нужно. Ну давай, давай, пробивай его, очищайся. И 676. Удар слабоват, конечно. Так, ну а что так нам как-то Рекс редко попадается? А ну-ка, пробьешь его? Давай, полный урон, 1352. Оу, аж подлетел. Это было прикольно. Давай, Птер. Аланкилозавр, ну блин, просто гигант. Шикарно смотрится он на этой карте. Так, 6-я победа, и нам остается последний бой до приза. И монетки нам подсыпают, это всегда хорошо. Так, ну противники у нас, ого, уже нашего уровня. То есть здесь уже дело не до шуток. Так, ну открываемся как положено. У нас есть удар с подмена, это всегда приятно, блин. Так, и этот гаденыш, но у него нет неуязвимости. Точнее, он шустрее? Да, 128. Ну все. Пусть расслабится. Вот черт, он же выживет. Я, ух, не выжил. В притирочку там было удар. Так, ну сейчас мы кого-то парализуем. И все. Ну короче, вот этот, ну дозух классный дэмагер, ё-моё. Мы его не можем парализовать. Время подмениться. Но мы запомнили, у нас наготове удар с подменой. Так, это было больно. Но не для Меглазуха. Для Меглазуха здесь все довольно просто. Так, Димитрич, ты чё, тоже неуязвим, да? Да он тут сам себя сейчас убьет. Чисто на контратаке можно отсидеться. Ну, Меглазух, короче, неплохо. Ладно, нет. Зашел. Сегодня он не зашел. Так, 7 побед. И давайте нам главный приз. 4 косаря монеток. 2000. 1000. Редких 200. 300. 400. Ну и все, ребятки. Вот такие вот, короче, пироги у нас. Так что ставим лайк, кому понравился Диларонозаврик. И кого же мы сможем создать на следующую серийку из этих ребят. Так, ну здесь мне Стигича не хватает, а так уже почти что, ребятки. Так, а вот это что за чудище? Диларана Хейрус. А, ну да, это мы уже знаем. Так, у нас есть еще вот такой вот Магнипиритор. Магнипиритор без, с одной буквой R. Ну, опять же, ну, уникальных это нет. Это мы пока не можем создавать. Это тоже уникальный.
ну, 20 левел это слишком много для нас. Из обычных, легендарных, кто у нас есть? Так, а ну-ка. Вот этого парнишку можно качать. И вот этого парнишку можно качать, да. Так, можем создать вот этого. Блин, не прочитал даже его название. Монолометродон. Монолометродона можем создать. Вот появился новый гибрид какой-то. Так. Нодопата Титан. Интересно. Нужно качнуть Брахика. А, жирафа Титанчика. Я не против. Он мне нравится. Смотрите, как он классно смотрится на таком широком экране, ребята. А ну давай поклацаем. Так. Ну и, в общем-то, ребятки, да, готовенько. Ну, а протестируем его мы тогда уже в следующей серии. У нас на это все дело должно хватить, да? Давайте посмотрим. Да, можем мы создать. Так что, до скорых встреч. Всем пока.